Так, ну сидру мы благополучно выпили. А это местный специалитет Санто Томас, который называется... Это сидр. А вот это вот местный специалитет Нигио. А сосиска. Моя любимая марсия в такой кукурузной лепешечке, которая называется тало. Ой, народ отдыхает, народ забавляется, народ кушает, кушает много, стоят такими маленькими группками, около каждого кустика пьют сидр и пьют чаколи. Народу очень много, сейчас разгар дня, разгар фиесты. В этих кассетах маленьких продают разные специалитеты, и сыры, и овощи, фрукты, которые привезли из всех регионов. Но это мы вот подошли к реке, а по всему периметру площади и на Пласа Нуэве стоят такие кассеты и продают всякие сладости, специальные пироги вот эти местные, бискайские. Ну и, конечно, народ несет вот в огромном количестве эти талосы.